На нем прокатимся. Вроде бы нормально едем. Сейчас посмотрим. Опа! Ну, сейчас я считаю, что будут отлетать колеса. А может быть и нет, а может быть и справимся. Ой, что-то ее перевернуло. Ох-ох-ох-ох-ох. Все, разорвало машинку. Попробуем его протестируем, не знаю, что будет с этой машинкой. Опа! Нифига себе здесь. Какие ребра. Ой-о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 й. Привет, друзья, находимся в BMG Drive. И будем тестировать наши автомобильчики. Первый тестируемый автомобиль у нас будет Tesla. Второй автомобильчик у нас полицейский. Мы его тоже протестируем. Третий у нас пикапчик. Вот такой вот. Четвертый полиция. Моторизи. Это итальянская полиция. Давайте посмотрим, есть ли у нее сирена. Да, сиренка есть. Так она работает. Следующий у нас гоночный автомобиль будет. Он вообще бешеный. Потом тестируем мы такую вот машинку. Это гоночный такой легковой автомобильчик. И будем тестировать еще Monster Truck. Вот он. Стоит у нас. Большой-большой джип. И последний мы, который протестируем с вами, тоже полицейский автомобильчик. Вот такой вот у него сиренка есть. Ну что ж, начнем. Начнем тестировать с Теслы. Поехали. Возьмем небольшой разгон. Опа! Так, а здесь у нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Небольшое повреждение, ничего страшного. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот мы протестировали. Вылет. Разбили тачку. Тачка разбилась, конечно. Не так, конечно, я хотел тестировать ее. Ну ладно. Давайте начнем. Продолжим. С полицейской. Все, сейчас делаем разгончик, набираем. Я не знаю, какие здесь будут трассы. Сейчас посмотрим. Опа! Это у нас идет просто, значит. Такой прямой. Спуск. Так, получили повреждение. Нифига, ты знал, что там в конце будет? Там в конце вообще месиво разорвало тачку нашу. Офигеть. Ладно, давайте тогда. Дядя Вася на пикапе. Протестируем. Я не знаю, конечно, что там будет. Но сейчас посмотрим. Все, наш дядя Вася разгоняется потихонечку. Сейчас увидим. Какое падение и что будет. Может быть, в машинке ничего не будет. А может быть, ее разорвет нафиг. Опа! Такое вот у нас падение идет с высоты. Сейчас посмотрим. Опа! Все нормально, нормально, нормально. Тачка, держись, держись, пикапчик. Ой-о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 й. Разорвало. Разорвало. Так, а ну, можем ли мы ехать? Так, двигатель вроде работает. Но у нас здесь сломался. Сломалась машинка на две части. Согнулась. Ехать мы не можем, к сожалению. Да, повреждения критические оказались. Ладно, давайте протестируем следующий итальянский полицейский автомобиль. Попробуем его протестируем, не знаю, что будет с этой машинкой. Опа! Нифига себе здесь. Какие ребра. Ой-о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 й
Да. Так, такой тест. Сигналка работает? В принципе, все работает нормально. Будет ехать дальше. Гоночный болид. Сумасшедший причем. Во! Видишь, как его крутит. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, давай заново, алло. Сильно не ускоряемся. Что машинка бешеная.
Смотри, видишь, как ее крутит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа! Так, мы не на тот заехали. Участок, ребята. Не на тот участок. Тестируемый заезд у нас получился. Да, сейчас ее полностью разобьет. Да, нехорошо получилось. Давайте заново на испытательный полигон. Включим фары. Так, все. Главное сильно не гнать. Не разгоняться. Вот у нас тестируемая полоса. Такие ребра у нас, смотри, какие интересные. Опа! Да. А что было бы, ребята, если мы бы полностью пролетели бы эти ребра? Давайте попробуем. Полностью пролетим ребра. Тогда максимально нам нужно ускориться. Давай, машинка. Постараемся полностью пролететь ребра. Да, у нас получается. Только... Ой. Получилось еще хуже. Получилось, ребята, еще хуже. Вообще. Ладно, давайте следующий тестируем автомобиль. Так, тоже гоночный. Маленький только. Легковушечный. Легковушечный такой вот. У нас легковушечка. Попробуем. Посмотрим. Ох-ох-ох-ох, ей не повезло. Машинки, смотри, какие здесь выступы, а? Ну, сейчас посмотрим. Опа! Офигеть, офигеть. Как она стукнулась. Ой-ой-ой, нехорошо. Да. Руль крутится. А она еще и загорелась. Но руль крутится, зато ладно. Давайте протестируем следующий автомобильчик. А следующий у нас Monster Truck. Вот такой вот большой и мощный. Поехали. На нем прокатимся. Вроде бы нормально едем. Сейчас посмотрим. Опа! Ну сейчас я считаю, что будут отлетать колеса. А может быть и нет, а может быть и справимся. Ой, что-то ее перевернуло. Ох-ох-ох-ох-ох. Все, разорвало машинку. Monster Truck. Давай еще раз попробуем на Monster Truck. Аккуратненько спуститься. Поехали. А может быть другую трассу выберем? Давайте другую. Их тут много. Так, смотрим. Ох ты, что там было? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А здесь дыра была, оказывается. Я не знал, ребята. Я не знал, что здесь дыра будет. Но ее не должно быть. Потому что у нас трассы-то все одинаковые. Ладно. А давайте возьмем следующий автомобиль. У нас полицейский. Поехали. Давай, полицейский автомобильчик. Бордер патруль, на самом деле, а не полицейский. Да, бордер патруль. Я не знаю, что такое бордер. Ох-ох-ох-ох-ох. Опа! Все, кабине крындец. Да, смяла машинку даже. Я бы так сказал бы. Все, и двигатель, ничего не работает больше. Попробуем на другую трассу выехать. Здесь есть еще тестируемый полигончик вот рядышком. Желтенький, да? Я не знаю, что там желтенький будет. Сейчас посмотрим. А, нет, смотри, нифига. Вон что, она будет расширяться постоянно. Прикольно, прикольно. Давай, едем. До конца, может, доедем? Немножко осталось. О, нет! А, я думал, застрянет. Нет, падаем. Ох! Да, бедолашка. Но мне понравилась эта идея. Я хочу еще раз попробовать. Ребята, давайте еще раз попробуем проехаться по мостику. Может, у нас получится? Так, это у нас желтый, да? Идет. О, да, желтый, это мост. Сейчас аккуратненько будем. Так, у нас скорость большая, нормально. Едем. Давай. Так, скорость у нас заканчивается. Давай, едем. Ну, еще немножко. Ну, мы, ребята, хоть проехали большее расстояние, чем первоначально. И разбились.
Да. А здесь несколько таких желтых трасс. Давайте выберем другую желтую трассу. Вот, вот эту. Вот. Другая какая-то дорожка. Сейчас попробуем на этой дорожке. Что здесь у нас? А, такая же самая. Ну, попробуем, посмотрим. Далеко мы проедем или нет. У нас машинка... Видишь, как едет? Ох! Нечаянно мы сорвались. Сорвались с обрыва. Сразу вылетают все окна, смотри. У машинки. Офигеть, все. Машинка у нас уничтожена. Полицейская, да. Давайте еще раз на Тесле слетаем еще раз. Попробуем. Тут слишком скорость не будем набирать. О! Все, едем, едем. Тихо, 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 тихо. Нормально. Сейчас посмотрим, что у нас будет здесь. А, у нас просто подъемчик, да, будет? Ничего такого страшного, как бы. С одной стороны. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Едем, едем. Опа, отрываемся. Так, какое будет приземление у нас, интересно? Опа, елки-палки. А ничего так... Ну, двигатель уже все. Двигатель отказал у нас. Офигеть, прям на крышу упали. Ну что ж, вот так вот протестировали машинки, ребята. Если нравится, ставь лайк. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.